Друзья, вышла новенькая iOS 14.5 бета 5. Я уже немножко нею попользовался, уже прошло более 5 часов. Уже у меня есть впечатления, мнения и, ну, конечно же, к автономности также перейдем. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. В целом система работает хорошо, довольно-таки быстро. По автономности пока все хорошо идет. То есть вот эти данные вы сами можете посмотреть сейчас на экране. Все плавно идет довольно-таки. Я все так же использую в энергосберегающем режиме, несмотря на то, что iPhone 12. Релиз, скорее всего, может быть уже завтра. Если же не на этой неделе, так на следующей. Это 29-30 число. Это уже информация 95%. То, что точно уже будет релизная версия. Призов нет, багов нет, но опять же, это эта версия к обновлению не рекомендую, когда выйдет релиз. Более-менее на то, что я могу рекомендовать уже с этого момента пока не стоит. Смотрите мои обзорчики, смотрите мое мнение. Я рекомендую вам только годный контент. Мои рекомендации сугубо от того, как я использую свое устройство или вообще в зависимости от чего-либо. Мое мнение это исходя из моего опыта использования iOS. Поэтому посмотрите скорость работы, дайте какую-то оценку, какой у вас iPhone, какая iOS, как у вас с автономностью, какие у вас есть проблемы, я вам постараюсь помочь. Все, дорогие друзья, делитесь этим видео с вашими близкими и знакомыми, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!